В городе организуют семинар по финансовой грамотности. Член молодежного правительства Ямала Муравленковец Илья Христенко стал руководителем Центра финансовой грамотности населения по проекту Минфина Российской Федерации по Тюменской области «Дружи с финансами». Работа консультационно-методического центра предполагает проведение мастер-классов, семинаров, вебинаров и встреч с населением, направленных на повышение уровня финансовой грамотности. Спикерами выступают консультанты-методисты, которые прошли специальную программу подготовки. Это консультирование в первую очередь, помощь в сбережении своих финансов, то есть защита от мошенничества, что в данный момент очень актуально. Сбережение финансов путем составления финансового плана, личного, семейного финансового плана. А также такие инструменты, как инвестирование в акции, облигации, различные финансовые инструменты. Для того, чтобы приумножить свой доход, то есть соотнеся это с определенными рисками. А вот эти все обширные программы также включают в себя налоги, пенсионную реформу, то есть пенсионную систему, как это все работает, как это должно работать. В четвертом квартале для муравленковцев проведут семинар по финансовой грамотности и проконсультируют по всем интересующим вопросам. О дате и времени проведения мероприятия мы сообщим дополнительно.